Вот они уже спеют, наши груши. Сила сильная. Вот они. Какие огромные эти груши. Груша, возьми меня и скушай, как говорят. Вот они, две груши не умещаются у меня в руке. Вот, еле держу. Уже спелые, падают. Груши я вам показала. На дереве какие не растут, очень их много. И их нужно переработать обязательно, иначе они попадают, побьются и просто пропадут. Будем сегодня делать груши целыми в банке трехлитровые. Очень многие боятся, что компот из груш часто взрывается. А почему? Потому что вот в груши много сахара находится и очень мало кислоты. Поэтому я вам сегодня расскажу свой рецепт, когда у меня такие грушки в банках, в трехлитровых, в двухлитровых я делаю, литровых делаю. Никогда в жизни не взрывается. Очень хороший рецепт, простой. Я вам просто его покажу и расскажу. Никогда ваши груши в банке взрываться не будут, если вы покладете вот такой вот ацетилсалициловую кислоту, одну таблеточку аспирина на 3-литровую банку. Прекрасно они стоят, и вы представляете, что даже вкус лучше, чем с лимонной кислотой. Попробуйте, и вам понравится. Аспирин не дает банке никакого брожения, и банки ваши никогда не взорвутся. Берем грушу. Вырезаем вот эту вот серединку обязательно. Вырезали. И возле плодоножки я не вырезаю здесь. Если уже сильно там грязно, могу вырезать. А так я опускаю вот так. И в нескольких местах я просто делаю проколы. 3 прокола для этой груши достаточно. Чего делаю проколы для груши? Для того, чтобы лучше выходил воздух с этой груши, если есть там пустотность. Вода наша закипает, и мы туда бросаем наши груши. С грушами, когда закипит, мы прокипятим ее буквально от 3 до 5 минут, не больше. Груши прокипели, поменяли буквально цвет. Вот наверху грушка лежит, она немножко не захватила воды, зелененькая. Так, груша готова. Пастеризованные у нас банки уже стоят готовые. И мы эти груши раскладываем по банкам. Разложили мы груши в эту банку. Видите, как плотно легли груши. Очень даже хорошо. Банка получается тяжелая. Заливаем кипятком. Пусть она стоит минут 10, от 10 до 15 минут. После 15 минут мы слили, добавили сахар на каждую банку 200 грамм. Залили наши груши маринадом, бросили таблеточку аспирина, чтобы она хорошо там растворилась. Мы баночку просто покатаем. Вот так. Покатали баночку, она растворилась. Как видите, вот она, осадки, вот они. Уже растворена таблеточка. Ставим наши груши для полного остывания. Я не накрываю их, потому что аспирин делает свое, не даст брожения, и баночки наши никогда не взорвутся. Вот такая вот у нас красота. Груши в банках получились.